На конкурс дети читают стихи labirint.ru. Жукова Полина, 7 лет. Агния Барто, мама. Было утром тихо в доме, я писала на ладони имя мамина, не в тетрадке, на листке, не на стенке комнатной, я писала на руке имя мамина. Было утром тихо в доме, стало шумно среди дня. Что ты спрятала в ладони, стали спрашивать меня. Я ладонь разжала, счастье держала.